Hello, my dear friends! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы со Сьюзи и Ником расскажем вам историю «Кораблик», «A Ship». Эту историю придумал и нарисовал Костя, а придумал он эту историю сам про себя, про мальчика Костю. Что ж, начнем. Let's start. Давайте, так интересно, что Костя сам про себя придумал. Сейчас все узнаем. Вот, давайте начнем, ребята. Однажды. Once. Мальчику Косте. Вот видите, тут мальчик Костя спит. Да? Однажды мальчику бой. Костя по-русски, также будет по-английски. Костя. Однажды мальчику Косте приснился сон. Sleep. Сон может быть как sleep, а может быть просто dream. И так правильно. Приснился to dream сон. Sleep. Вот, видите, лежит мальчик Костя. Костя бой. И ему снится вот такой сон. Sleep. Или dream. А снится, что он he запускает to launch, запускает кораблики. Кораблик будет ship, кораблики будут ships. Берем нашу волшебную букву S и получаем кораблики. Запускает кораблики на море. Море у нас с вами будет sea. Ребята, вам снился такой сон когда-нибудь, когда вы запускали во сне кораблики? Конечно, и не один. А давайте посчитаем. How many ships? Сколько корабликов? 1, 2, 3. No, 3 нету. 1, 2. 2 кораблика. А давайте посчитаем. Вот здесь есть красный, это флаги. Флаг будет flag. How many flags? Сколько флагов? 1, 2, 3, 4. 4 флага. Запускает кораблики на море. А как вы думаете, какой был день? День был теплый, warm, и солнечный, sunny. День будет day. Был теплый, warm, солнечный, sunny, день, day. Warm and sunny day. Так, давайте посмотрим, что же случилось дальше во сне, да? И вот мальчик Костя, давайте проверим, вам хорошо видно? И вот наш мальчик Костя, мальчик бой, Костя, проснулся, to wake up. И вышел погулять. To go out. Выходить. To go out. Погулять. To walk. Мальчик. Бой. Костя. Костя. Проснуться. Просыпаться. To wake up. И вышел выходить. To go out. Погулять. To walk. Вот. Видите, как интересно. Давайте посмотрим, как Костя себя нарисовал. Красивый Костя или нет? Вот, смотрите, какой. Что ж у нас все с вами уезжает? Вот какой Костя, вот у него какой дом красивый. Хаус, да? А второй этаж у него красный, red. А давайте посчитаем, сколько окошек. 1, 2, 3. Window одно. Окно windows. 3 windows. 3 окна. И вот он вышел прогуляться, да? И видит
Видеть будет to see. Смотреть видит to see. Что он видит? What is it? What is it? Это лужа. Ваша любимая лужа. It is a puddle. It is a puddle. Да, мы все очень любим плавать в лужах. Это мы знаем. Поэтому вы любите резиновые сапоги и штаны пули непробиваемые и водоотталкивающие. И вот он видит лужу и думает. Давайте посмотрим, что же он думает. Когда вы видите лужу, о чем вы думаете? О корабликах. Правильно. И вот он думает. To think. А что, если я запущу to set off, запускать to set off мой мой кораблик ship, а куда он его хочет запустить? В пруд. Пруд будет pond. За лесом. Лес у нас с вами будет forest. Видите, он надумал пойти к пруду за лесом и запустить там кораблик ship в пруду pond за лесом forest. Вот. Видите, какой Костя сообразительный мальчик, лужу увидел и не полез в лужу плавать, да? А решил пойти в пруд. Запустить кораблик. Ну, давайте посмотрим. Как он справился со своей задачей? И вот он, взял брать to take кораблик. Кораблик, кораблик. Ку-ку. Где же ты, наш кораблик? Вот он. Взял кораблик to take a ship, брать to take кораблик ship и пошел топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ to go, идти to go на пруд. Пруд у нас с вами будет pond. И пошел на пруд. Пруд будет pond. Он, he, взял брать to take кораблик ship и пошел, вот, посмотрите еще раз, идти to go на пруд. Пруд pond. Давайте посмотрим, как наш с вами Костя идет на пруд. Да? Ну-ка. Вот он уже пришел на пруд. Вот это у нас пруд, pond. Да? Вот это его кораблик, ship. И что он сделал? Он. Куда же ты убежал-то? Вот он. Опустил, опускать. To drop. Он опустил кораблик, ship, в пруд. Пруд будет pond. И начал начинать to start наблюдать, to watch. Ну, давайте еще раз повторим. Тут у нас длинная фраза получилась. Он, he, опустил, опускать, to drop, кораблик, ship, в пруд, пруд pond. И начинать to start наблюдать. И что же он у нас с вами увидел? Давайте-ка рассмотрим, что же у нас с вами увидел мальчик Костя. А кораблик у нас с вами ship, плыл, плавать. Если мы говорим о кораблике, это будет to sail. Плыл. Вот он, видите, кораблик плыл. Давайте чуть повыше, чтобы вам сам кораблик был видно. А кораблик ship. Плавать. To sail. Плыл как настоящий. Настоящий у нас будет real. Real. Плыл как настоящий. Да? Корабль ship. Плавать. To sail. Плыл как настоящий. Real. И вот, представляете, сон мальчика, который ему приснился. Сон, можно сказать, это как сон или мечта. Dream. Ожил. Оживать будет to come to life. Смотрите, как интересно. To come – приходить. Life – это жизнь. То есть оживать – это приходить в жизнь. Вот сон мальчика – dream. Да, его
сон или мечта, а жила, to come to life. Вот видите, вот может что-то присниться, и потом в жизни так же и произойдет. Ну все, ребята, это конец. У нас сегодня такая короткая с вами история. Ой, как жалко, что она такая короткая. Но зато, ребята, happy end. Конец, да? Посмотрим, как тут Костя нарисовал конец. Вот, конец. А у нас с вами не просто будет конец, а счастливый конец. Happy. Ну, а теперь, как всегда, вопрос от Сьюзи и Ника. Ребята, я уверена, что вы запускали кораблики и не раз. Не только в пруду, в озере лейк и в луже тоже обязательно падал, да? Поэтому у нас к вам предложение. Нарисуйте кораблик, который вы любите запускать. Мы будем очень рады. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну, всем пока-пока. See you again. До новых встреч. Bye-bye.